большом количестве масла нужно прожарить получившиеся ломтики до золотистого оттенка. Для сиропа нам нужно растопить мед с сахаром в пропорциях 1 к 1. У меня 250 грамм меда, столько же сахара. Вот так легко и просто можно сделать чак-чак в домашних условиях. Ребят, чак-чак получился обалденный. Всем советую попробовать этот рецепт. Сейчас я его уберу в холодильник до полного застывания, а потом можно пить чай. Он реально получился очень вкусный, я уже попробовала. Всем советую. Если тебе понравился этот рецепт, обязательно ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал. Всем хорошего настроения, только вкусных рецептов. Всем пока-пока!